1 октября будет 2 года, как я работаю в этой компании, да. Сейчас я занимаюсь продажами арендного оборудования и программно-аппаратных комплексов и руковожу реализацией этих проектов. Сейчас занимаю должность специалист по работе с ключевыми клиентами департамента арендных решений. Ранее я была помощницей руководителя отдела и так постепенно набиралась опыта и стала уже менеджером. Наши устройства, программное решение, они вхоже в любую сферу деятельности человека. То есть оно автоматизирует предприятия, бизнес-процессы, его можно установить и дома. И мы делаем жизнь людей лучше, и вот это тоже не может не радовать. И я рада, что причастна к этому. Когда ты реализовал проект, тебе звонит клиент, или ты встречаешься с ним лично, и он тебе выражает вот слова благодарности, говорит, как классно это получилось, там, нам так приятно с вами работать. Вот этот вот отклик от заказчика, он вот приносит вот эту радость в работе. Помню эти бессонные ночи, когда один проект сменяется другим, и вот как мы работали, ночевали здесь, спали на газоне. Это, конечно, было незабываемо. Конечно, тогда это казалось чем-то ужасным, но сейчас смотришь на это уже со временем и думаешь, вау, классно, мы смогли, это круто.